Доброе утро. Всем привет. Причесаться надо было заранее. Давай, Алисонька, уходи, моя хорошая. Ну ничего, я вчера покрасилась. Это прекрасно. Я с патчами. Это тоже прекрасно. Ближе. У меня водичка. И завтрак. Рис с яйцом и соевым соусом. Сюда хорошо бы пошел лук порей, но в доме ничего не осталось. Так что сегодня поеду, наверное, за покупками. Солнышко, снег вчера опять выпал. Опять зима. Ну, там не холодно, я думаю, что, ну, не знаю, градусов минус 2, минус 3, вот так вот. Так что, в принципе, можно бы съездить. Ну, посмотрим, если успею сегодня. Беспроигрышный вариант. Вкусненько. Конечно, вкусненько. Как это может быть невкусненько? Блин, такое солнышко заманчивое. Мне еще подружка утром прислала видео. Снежок идет, и животные бесятся от радости. Собачки прыгают, снег, кошечки. Ну, такое. Миленькое. Такое видео, которое посмотришь, и прям сразу хочется зиму полюбить. Не знаю, может, соблазнюсь. Но у меня, в принципе, сегодня дела. Если успею, конечно, можно сходить прогуляться к реке. Хотя там все снегом засыпано, там не пройдешь просто. Уже так весны хочется. Но еще надо пережить как минимум февраль. Там еще и март. И апрель. Да. Зима не мое время года. Но что делать?
патч сползают. Они под патчами чешутся. Рис хорош, хорош. Казалось бы, ничего особенного, а вкусно. Угу. Тается затейники. Сейчас поем, почту проверю. Потом поеду по делам. Если успею, будет желание. Гуляю и надо в магазин, потому что вообще шаром покати дома. С другой стороны, чем меньше еды дома, тем меньше ты ее ешь. Везде есть свои плюсы. Все, доедаем рис. Все, поела, попила. Что там с патчами? Ну пусть еще повисят. Прокрасила я хорошо, куда волос мало. В принципе, все это несложно дома прокрасить. Ну в один цвет, конечно, если у вас там мелирование, хренирование, конечно, салон. Да, в один цвет я дома спокойно крашусь. Хотя когда выходила вот из черного цвета, пару лет назад я была черная, то, конечно, я парикмахерской выходила. Она меня там обесцвечивала. И то не с первого раза. Короче, девочки знают, как это. Из брюнетки в блондинку. Да, переклинила. Ну, вообще не жалею, если честно. Что, Алисонька, девочка моя, старушечка моя, что такое? Там, наверное, слышно будет, как ты плямкаешь. Камера чувствительная. Айфона. Ой, это не айфон. Xiaomi. Ой. Все, девочки, всем хорошего дня. Пошла я собираться. Ты, знаете, так поел, и начинаешь расслабляться. А расслабляться нельзя. Потому что сегодня куча дел. Теперь мы чешемся. Да, Алис, теперь мы чешемся. Видите ее усы? Я не с пустотой разговариваю. Старенькая. 16 лет уже сдает, конечно.
Ну, блин, что все мы не молодеем. Все это дело ясное. Да, Алисонька. Все, девочки, хорошего всем дня, отличного настроения. Я пошла потихоньку собираться. Пусть ваш день пройдет чудесно. И пока-пока.